Добрый день. Тема сегодняшнего занятия. Записываем сразу в конспекты. Значит, сокращенно называют критерии студента. Критерии студента. Полное название. Метод вычисления уровня статистической достоверности различия между двумя средними по критерию студента на уровне значимости английская буковка P маленькая, как русская R, P равно 5 сотых. 0,05. Вот. Вот так метод называется полностью. И когда вы будете сдавать тест, у вас будет даже вопрос, какое из определений правильное. Вот это вот определение нужно знать наизусть. Вот давайте мы сразу с вами поговорим об этом определении, но перед тем, как про это определение поговорим, вспомним начало прошлого занятия. Помните, на прошлом занятии я сказал, что вся мат-статистика делится, так, в первом приближении, на две группы методов. Первая группа методов – это связь. И мы с вами ее рассматривали на прошлом занятии в форме регрессионно-корреляционного анализа. Помните, да? Было такое дело у нас. Вот. И вторая группа методов – это сравнение. Сравнение. Вот как раз сравнение мы сегодня сейчас с вами и будем рассматривать. Вот эту вторую группу методов. Значит, я перед тем, как приступить вот к этой теме, должен, естественно, в двух словах сказать, что в данном случае метод относится к так называемому нормальному распределению. Это у нас количественные шкалы подразумеваются. Количественные шкалы. Так, и вроде вот эти два основных условия, они должны соблюдаться. Значит, кто из вас заходил на наш сайт, скачивал оттуда всю информацию и уже, скажем так, как настоящий студент-заочник, вы заочники, да? Вот. Уже выполнял какие-то самостоятельные работы. Мы пытались. Пытались, да? Вот. Встречали такие слова, да? Как распределение, как шкалы. Вот. Они у вас будут и в зачете, и в вопросах они есть. Вот. Поэтому, естественно, вот эта тема у нас отдельного занятия. Вот сегодня мы с вами рассмотрим опять в неком таком первичном, идеальном состоянии вот этот вот метод сравнения средних. Итак, что имеется в виду? Вот давайте мы с вами вот это определение с самого начала начнем читать. Итак, метод вычисления, да? Метод вычисления. То есть мы что-то должны вычислить. Существуют разные методы, а вот этот метод вот такой. Дальше. Метод вычисления уровня статистической достоверности. Да? Вот что такое статистическая достоверность? Значит, ну, прежде всего, статистическая достоверность обозначается английской буковкой P. И ученые всего мира договорились. Я, правда, не знаю, когда это произошло и как они договаривались, и даже кто конкретно это делал. Но вот кто-то, где-то, когда-то, группа инициативных ученых средневековья договорились, что если одно и то же событие наблюдается в 95 случаях из 100, ну вот мы проводим какой-то эксперимент, да, моделируем, и у нас в 95 случаях из 100 вот этот вот эксперимент подтвердился, что это, да, действительно так, то это событие считается статистически достоверным. Запишите, пожалуйста. Статистически достоверное событие или статистически достоверным
Событие считается тогда, когда оно повторяется в 95 случаях из 100 или чаще. То есть вот в современной науке вот эта вот цифра принята как барьером между достоверным и недостоверным событием. Ну, например, да, есть такая известная из истории христианства факт, да. Вот, правда, многие его пытаются оспорить, вот, что Христос ходил по воде. Да? Вот мы, современные исследователи, как мы должны к этому факту относиться? Логично, так, уже слово критически прозвучало. Критически насколько? То есть, что мы должны сделать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт? Поставить эксперимент. Сколько экспериментов мы должны провести? 100. Как минимум. Да? Вот мы должны провести 100 экспериментов, что у нас Иисус Христос ходил по воде. Что мы для этого сделали? Что нам надо для этого сделать? Хорошо, нашли мы 100 Иисусов Христов. Ладно, согласен. Вот. N Иисусов Христов, значит, равняется 100. Чудесно. Дальше. Что если нам еще надо для эксперимента? Если из них 95 пройдет по воде, то это будет. Нет, одинаковые условия не должны быть одно и то же, там, озеро, допустим. Так, озеро, да. Озеро, допустим, озеро. Хорошо. Да. Условия, да. Environment, да, внешняя среда, да? Вот. Вот, озеро, значит, озеро, раз. Еще что должно быть? Так, одно условие мы сделали, да? Вот у нас должна быть вода, озеро, да? Кто-то решил море. Генисарецкое. Кто-то говорит, да, не море, это озеро. Ну, бог с ним. Озеро. Дальше. Ну, время одно тоже. Стоп, стоп, стоп. Вот барышня произнесла гениальную фразу, но не в ту сторону. Так, еще раз повторите. Есть зимнее время суток. Почему? Ну, потому что там же... А, хотя да, но там не говорилось, какое время суток. Вот, вот, уже вот она начинает биться научная мысль. Там не было сказано время года, да? Вполне возможно, это было вообще не на Ближнем Востоке, да, а на Дальнем Востоке, да, и туда поближе к Чукотке, да, и там вообще вода никогда не размерзает. Да? И там не то, что 100 Иисусов Христов, там 100 чукчей вместе с собаками спокойно будут ходить по воде, да, вот, в каком состоянии вода, да, и вот так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем теперь накручивать. Но это я немножко сделал вступление в сравнение, это я сделал вступление для того, чтобы вы немножечко вот поняли, что такое научное мышление. Вот. То есть научное мышление не заключается в том, чтобы мы взяли некие расхожие представления о предмете и их начали анализировать, как это очень часто бывает. Итак, мы должны с вами учесть условия, мы должны с вами найти выборку и провести 100 экспериментов. И вот теперь, если в 95 случаях из 100, то есть если 95 листов от одного берега дойдут до другого, да, или хотя бы там энное количество десятков метров пройдут по воде, да, есть на YouTube кадры, где товарищи каким-то хитрым образом пробегают по воде где-то около 12 метров. Ну, да, не разбегаются. Да, не разбегаются, и как-то там они, хитрая техника, вот они там это делают. То есть нам еще нужно условие, да, сколько метров он должен пройти по воде, да? Вот, потому что 3 сантиметра я могу по воде пробежать, да? Вот. Более молодой и красивый пробежит, может быть, 3 метра, да? Вот. А совсем вот умелые пробегут, ну, там, 12 метров, да? Все, на больше человек не способен. Вот. Итак, записывается вот это событие таким образом. P равняется 0,05. Что такое 0,05? Берется некая условная единица за количество экспериментов. И дальше берется количество ошибок. Так вот, количество ошибок от единицы может быть вот таким вот. И мы считаем, вот как только у нас вот достоверность вот такая, вот это еще статистически достоверно. Как только у нас получается, допустим, 0,51, вот это уже событие недостоверное. Как только у нас записывается, допустим, 0,0, ну, предположим, там 49, да, это уже событие достоверное, вот начиная от 50. Ясно, да?
Итак, с достоверностью мы с вами примерно разобрались. Как записывается? Дело в том, что когда мы будем пользоваться с вами программой SPSS, то там нам будет рассчитываться вот эта вот достоверность, и мы очень часто будем видеть какие-нибудь там числа, там, допустим, 0,002, там еще что-то, да? Вот, то есть само SPSS нам будет рассчитывать эти значения. Но компьютерами современная общественность научная стала пользоваться не так уж давно, поэтому существуют до сих пор таблицы во многих книгах, во многих справочниках по математической статистике. Вот, значит, и вообще, где там у нас? Вот, и вообще считается таким хорошим тоном в любой книге по математической статистике в конце делать приложение вот с этими таблицами. Естественно, таблицу для каждого уровня статистической достоверности расписать невозможно, поэтому были выбраны некие такие пороговые значения. Значит, пороговые значения 0,05. Пороговое значение 0,01 и пороговое значение 0,01. Вот очень часто в научной литературе, значит, вы можете встретить вот такие значения, что вот такой проведен эксперимент на уровне значимости 0,01. Что это обозначает? Это значит, получили точность, одна ошибка на 100 случаев. Эту же величину можно еще называть точностью. Вот я вдруг что сказал, точность. То есть точность проведения эксперимента. В данном случае одна ошибка на 1000 испытаний. Вот. И иногда происходят даже курьезы. Вот рассказывают, есть такой курьезный случай, когда какая-то российская фирма заказала японской фирме оборудование, и вдруг какой-то очень умный товарищ написал, ну вот аппаратура должна быть... Вот, обязательно вот иметь уровень достоверности P003, почему-то он написал. Японцы думали долго, что же это обозначает, но в конце концов прислали, значит, 100 ящиков нормального оборудования и 3 ящика бракованного. Вот. Ну хотят, ну, нате. Вот. Поэтому, естественно, вот это вот уровень значимости тоже, в общем-то, величина, полученная в результате, ну, скажем так, неких расчетов, и к ней тоже нужно относиться, ну, относительно так абстрактно. Потому что вот мой приятель, работая в медицинском учреждении, да, там врачи долгое время не могли понять, как эта операция может быть проведена хирургическая, да, с точностью P005. Или когда врачи пишут диссертации, да, вот они должны подтвердить, что вот эффективность их препарата, значит, не хуже 0,05. То есть из 100 человек 5 раз могут умереть? Понятно, да? То есть вот эти вещи, они, в общем-то, достаточно абстрактны. И так как психологи работают с людьми, в первую очередь, да, а не с ящиками, скажем так, бракованного оборудования, да, вот, то, естественно, в профессии психолога мы с вами должны вот к этим числам относиться, ну, скажем так, как к неким направляющим, руководящей, некой направляющей, руководящей информации, в каком направлении искать. Вот. Но, естественно, из 100 наших пациентов пятеро не должны не выживать. Должны выживать все 100%. Понятно, да? То есть мы не должны быть ориентированы на некую абстрактную статистическую достоверность. Вот. Почему, собственно, до сих пор математическая статистика вызывает много споров, много шуток, вот, на эти темы, потому что когда речь идет, допустим, о работе манипулятора робота, да, там рука робота как-то двигается, и мы говорим, она должна двигаться там с точностью не хуже такой-то, да, это одно. Когда мы говорим, что психолог-терапевт должен работать вот с точностью не хуже вот такой, да, это уже немножко приобретает другой аспект. А когда мы говорим, что хирург должен работать с такой вот точностью, да, это вообще третье. Вот. Поэтому, естественно, мы должны к этой цифре относиться, ну, разумно, скажем так. Итак, сейчас мы возвращаемся к нашему методу. И так, что мы? Метод вычисления уровня статистической достоверности. То есть мы должны вычислить этот уровень статистической достоверности, хотя уже в этом немножко определение неправильное. Метод вычисления уровня статистической достоверности – различие между двумя средними.
Что имеется в виду? Различие между двумя средними. То есть мы должны получить какие-то два средних. Среднее арифметическое первое и среднее арифметическое второе. И должны между ними найти различие. Да? То есть из одного вычесть другое. Что это обозначает? Или опять, как к этому относиться? Ну, давайте мы приведем тоже немножечко пример из области психологии. Ну, предположим, две группы специалистов готовятся к работе в экстремальных условиях. Одним из важных качеств, да, какое должно быть у специалистов, важных психологических качеств или психических качеств, какое должно быть у работника, работающего в экстремальной ситуации? Ну, нервно-психическую устойчивость. Ну, давайте так. Вот. Значит, мы берем две группы специалистов, да, допустим, по 30 человек, тестируем их специальными тестами, да, вот, и предположим, получилось, что вот у группы М1 некая нервно-психическая устойчивость равна, допустим, 49 по какой-то там 100-бальной системе. Да. А у группы М2, значит, эта же нервно-психическая устойчивость, предположим, равна 51. Разница есть? Еще раз. Разница есть? Мы можем из 49 вычесть 51. Сколько получится? Минус 2. То есть у нас получается минус 2. То есть мы говорим, что разница есть. То есть разницу мы вычисляем, да? Но вот теперь вопрос. А эта разница, она значима или мы можем ею пренебречь? Может быть, как раз вот в этой группе, где в среднем меньше нервно-психическая устойчивость, есть несколько человек, которые, скажем так, на высоком уровне смогут провести работу именно в экстремальных условиях. Вот. Ну, может быть, не совсем корректный пример, но в свое время, когда была авария на станции «Мир», пожар был, и необходимо было восстановить эту станцию «Мир», то есть там людей не было, нужно было послать какого-нибудь космонавта вот на эту станцию «Мир». Его, значит, протестировали несколько космонавтов, и оказалось, значит, что вот у одного космонавта все сделано без ошибок, но он делал, скажем так, долго. А у другой космонавт сделал все быстро, но у него было несколько ошибочек. Кого послали? Долго думали и решили послать того, кто быстрее справляется с работой, кто быстрее принимает решения. Потому что вполне возможно, он быстрые ошибки исправил. И действительно, значит, послали этого космонавта, он восстановил, значит, зовут его Джанибеков, вот он вернулся, герой Советского Союза, генерал и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну, человека, по сути, послали чуть ли не на верную гибель, потому что обратно, если бы он не исправил станцию, то есть обратно он бы не вернулся. Вот. И вот, естественно, когда мы тестируем какие-то группы людей, да, мы не тестируем, точнее, мы тестируем персонально каждого, да, но когда нам необходимо сделать именно результат по выборке, да, то есть у нас есть одна выборка, есть вторая выборка, да, мы вычисляем средние арифметические и сравниваем их. И вот, собственно, теперь мы должны определить, вот это различие, оно статистически достоверно или мы им можем пренебречь. И вот очень часто в науке для определения каких-то закономерностей, для определения эффективности методики, нам необходимо знать, насколько мы должны, скажем так, доверять вот этой цифре, насколько мы должны к ней, как мы к ней должны относиться и насколько она достоверна. Ну, давайте я сейчас немножко другой пример приведу. Например, вы придумали какую-то новую психотерапевтическую методику или психокоррекционную методику, да? И вы считаете, вот лично вы, что эта методика просто уникальная, она на порядке лучше всех известных методик решает какие-то задачи, да? Вот. Как в данном случае будет проводиться эксперимент? В данном случае эксперимент будет проводиться следующим образом. Вы должны взять две группы, одну группу контрольную, одну группу экспериментальную, ну, пусть по 30 человек, да?
потестировать их по тем параметрам, которые вы считаете должны у них изменяться в процессе вашей психокоррекционной работы. То есть мы до воздействия вашей методикой проводим тестирование по какому-то параметру. И вот мы определяем, допустим, среднее арифметическое этого параметра у контрольной группы первое и среднее арифметическое у экспериментальной группы первое. Вот здесь у нас с вами должны наблюдаться статистически достоверные различия между этими средними или нет? Ну, мнение высказывается. Вот до эксперимента мы взяли с вами две группы, протестировали. Должны различаться они сейчас или нет? Нет, не должны. Почему? Потому что у нас должны быть две примерно одинаковые группы, находящиеся в одинаковых условиях, и мы должны в этом убедиться. То есть в данном случае у нас различие между ними должно, не должно быть или должно быть статистически недостоверно. Дальше. Мы начинаем с контрольной группы работать по какой-то классической традиционной методике психокоррекции, а с экспериментальной группой вы работаете по своей методике психокоррекции. Проходит какое-то время. И по прохождении какого-то времени вы делаете повторный замер этого же параметра. У вас получается среднеарифметическая второе, среднеарифметическая экспериментальная группа второе. Здесь должны быть статистически достоверные различия? Должны. Мы ожидаем, что вот этот параметр должен быть статистически достоверно лучше этого, да? Мы же свою методику испытываем, правильно, да? То есть вот здесь уже должны быть статистически достоверные различия. Дальше. Вот тут вот статистически достоверные различия должны быть? Да, обязательно должны. Я плюсики ставлю. Здесь должно быть, здесь должно быть, да? Здесь не должно быть. Осталось здесь. Вот тут должно быть или не должно? Русский говорят, не обязательно. То есть, может быть, да, может быть, был здесь эффект, может быть, не было, может быть, наша методика, может быть, здесь будет эффект, но этот эффект будет наблюдаться через большее время. Понятно, да? Но вот на данном этапе здесь может быть различаться, может не различаться. В принципе, нас это не очень интересует. Нам главное, чтобы вот здесь различалось, и вот это было лучше, да, и здесь точно различалось. Вот один ход эксперимента. Второй ход эксперимента. Психотерапия. Мы берем две группы изначально, больных и здоровых. Да, вот у нас контрольная группа, допустим, у нас здоровые люди, да, а экспериментальная больные. Мы должны их вылечить. Да? Мы их тестируем по какому-то параметру. Здесь должны различаться у нас эти данные? Должны, потому что это здоровые, это больные, они должны отличаться друг от друга. Да? Вот. После этого мы воздействуем какой-то психотерапевтической вот, методикой на эти группы. Да? Проходит какое-то время. Через какое-то время тестируем еще раз. Здесь должны ли должны различаться? Не должны. Мы оказываем на больных психотерапевтическую методику, и эти больные должны стать здоровыми. Понятно, да? То есть они должны стать здоровыми. Не должно различаться. Следующий момент. Вот здесь должны различаться? Громче и четче? Нет. Все правильно. Здоровые должны остаться здоровыми. Не должно быть никакого различия. Вот здесь должно быть различие? Да. Должно быть различие обязательно. Мы их лечили, они у нас вылечились, они стали здоровыми. Понятно, да? То есть вот основная идея, для чего этот метод нужен. То есть мы должны с вами сравнить два средних. Видите, когда мы проводим простой эксперимент, мы средние сравниваем 4 раза. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. То есть при простейшем эксперименте, при работе с одним параметром, мы должны эту операцию выполнить 4 раза. 4 раза протестировать, 4 раза просчитать. Вот. Посмотреть, как здесь изменяются, и уже вот на основе вот такой таблички сделать окончательное заключение, то есть оказано было воздействие или не оказано по сравнению с контрольной группой.
Вот эти схемки, которые я сейчас нарисовал, по этим схемкам будут строиться ваши дипломные работы. Поэтому вы зря не зарисовывали эти две красивые картинки. Вот. Но я думаю, когда мы фильм сделаем, и я его выложу на YouTube, можно будет оттуда потом все это дело списать. Понятно, да? Значит, ну давайте сейчас сделаем совсем красиво. Вот в форме вот такой таблички, да? Вот, видеокамеру наведем. Вот можно наехать прямо на эту табличку. Главное, чтобы здесь было понятно, что это здоровые, это больные. Вот, а предыдущую табличку тоже мы вот с вами рассматриваем. Ясненько с этим, да? Дальше пошли. Метод вычисления уровня статистической достоверности различия между двумя средними по критерию Студента. Вот теперь давайте, что же это такое страшное, такой критерий Студента. Итак, критерий Студента, он совсем не страшный, он совсем простенький. И, собственно, записывается следующим образом. Во-первых, он обозначается буковкой Т. И он равен следующему. Среднее арифметическое первое минус среднее арифметическое второе с каким-то коэффициентом пропорциональности. Линейное уравнение, да, вот как мы на прошлом занятии проходили. То есть есть зависимая переменная, да, есть независимая и есть коэффициент пропорциональности. Нам только нужно сейчас узнать, каков коэффициент пропорциональности. Значит, ну, естественно, так как мы не математики, мы его выводить не будем, я его сразу напишу. Значит, коэффициент пропорциональности равен единице, деленная на корень из. Вот с этим параметром мы сейчас первый раз будем встретиться, и подробнее мы потом чуть-чуть его позже рассмотрим. Ошибка среднего первого в квадрате плюс ошибка среднего второго в квадрате. То есть вся формула критерия Студента может быть записана вот так. Среднее арифметическое первое минус среднее арифметическое второе разделить на корень квадратный ошибка среднего первое второе в квадрате в квадрате. Значит, еще раз говорю, мы сейчас с вами рассматриваем один из вариантов, одну из формул критерия Студента для одного из случаев. На самом деле, вот мы сейчас с вами этот пример решим, потом я расскажу, для какого конкретно это случая используется, вот, и как вообще, для каких других случаев, какие другие формулы используются. Значит, просто мне сейчас нужно, чтобы вы идеологически правильно поняли, что такое критерий Студента. Итак, значит, на прошлом занятии мы с вами познакомились со следующими формулами. Среднее арифметическое равняется сумма x и t на n. Есть такое, да? Было. Дальше. Отклонение равняется среднее арифметическое минус x и t, как каждое отклонение, да? Затем мы возводили в квадрат вот это отклонение. Затем суммировали, да? И это у нас называлось сумма квадратов отклонений. Значит, сумма квадратов отклонений мы обозначали буковкой SS, и она у нас равнялась сумма d квадратов, деленная на... Нет, просто сумма квадратов, да? Я уже... Следующее. Вот, сумма квадратов. Дальше мы с вами рассматривали формулу стандартного отклонения. SD равнялось чему? Вспоминаем, корень квадратный. Сумма квадратов, деленная на n. Это для какого случая правильная формула? Если больше 30. Если меньше 30, n минус 1. Чудесно. И, наконец, у нас... Записываем еще одну формулу, которой у нас не было на прошлом занятии. Это что такое ошибка среднего? Ошибка среднего равняется SD D
деленное на корень из n. Что это вообще за такие СС, СД, М вообще? Как к ним относиться? Ну, давайте так. Кто из вас в детстве, может быть даже в юности, а может быть даже до сих пор, покупает банку сгущенки, протыкает две дырочки и пьет? Пока мы пьем, да, мы иногда смотрим, что там написано, да? А там написаны такие страшные слова «нет то». Знаете, да, есть такая фраза «нет то». Вот, сколько там в баночке граммов? 300, да? Ну, пусть 300, да. Итак, там написано «нет то», 300, плюс-минус, чего? 1,2. Это у нас так точно работают сгущенко-наливательные приборы? Странно, ну ладно, пусть будет 2, пусть будет даже 2, пусть будет 2, плюс 2. Вот где здесь среднее арифметическое, а где здесь что другое? Вот такая вот это 300, это среднее арифметическое по конвейеру. Вот это среднее арифметическое. А вот эта двоечка, это наше стандартное отклонение. Понятно, да? Вот. Но проблема в чем? Проблема оказывается в том, что так как мы имеем дело со случайными процессами, то у нас не только варьирует вот этот показатель среднего арифметического по выборке, по всей, да, вот среднее арифметическое плюс-минус вот этот разброс, да, но и само среднее арифметическое у нас, оно колеблется. Ну, грубо говоря, мы, у нас выборка 30 человек, еще одного человечка взяли, да, и, допустим, уже не 300, а 300 запятая, пусть даже 1 десятая, да, но уже изменится. То есть какие-то собственные колебания вот у этого среднеарифметического тоже будут. То есть будут по выборке, а вот колебания самого среднего. И вот для того, чтобы учесть вот эти колебания самого среднего, была введена еще вот такая величина. И в действительности, вот эту фразу надо писать, которая «нет то» на банках, да, надо писать вот так вот. 300 плюс-минус, допустим, 0,1. Плюс-минус 2. То есть вначале мы должны сказать, что у нас само среднее тоже оно варьирует. Вот, потому что само среднее тоже тяжело определить очень точно. Мы не можем его определить с абсолютной точностью. Вот. А потом еще и плюс-минус 2. И теперь будет записано так. Вот это среднее арифметическое. Это ошибка среднего. А это как раз стандартное отклонение. Но так как эта величина достаточно маленькая, и так как ее в банках не учитывают, вот, нам пишут без m. Но когда мы говорим о точных расчетах, мы как раз вот эту ошибку среднего и должны вычислить. Она нам пригодится в формуле. Так, формулы все записаны. Ну и давайте сейчас непосредственно приступим. Давайте я вначале табличку нарисую, и потом мы, собственно, практическое занятие небольшое на компьютерах проведем. Итак, вот это я все стираю. Как выполняются расчеты в таблице Excel? В таблице Excel выполняются расчеты следующим образом, или вручную, или без разницы как. Вы формируете табличку. Значит, здесь, естественно, какой-нибудь номер по порядку. Там первый, второй, третий и так далее. И так далее. N. Здесь у вас идет, допустим, выборка номер один. Ну, мы уже начали контрольно-экспериментальная группа. Да давайте на этих же обозначениях и остановимся. Да, контрольная группа. Какой-то там параметр X. И экспериментальная группа тоже какой-то там параметр X. Допустим, мы имеем в виду вот эти две выборки после эксперимента мы проводим. Так вот мы делаем после эксперимента.
вычисляем с вами среднее арифметическое контрольной, среднее арифметическое экспериментальной группы. Затем мы вычисляем отклонение D контрольной группы, отклонение D экспериментальной группы. Суммы отклонений чему у нас равны? Вспоминаем. Сумма отклонений чему всегда должна быть равна? Нулю. Все правильно. Проверяем правильность наших расчетов. Должен быть 0,0. Дальше вычисляем квадраты отклонений контрольной и квадрат отклонений экспериментальной. Дальше мы их суммируем. Получается сумма квадратов контрольной группы, сумма квадратов экспериментальной группы. Дальше мы вычисляем стандартное отклонение контрольной, стандартное отклонение экспериментальной группы. И дальше мы вычисляем ошибку среднего контрольной и ошибку среднего экспериментальной группы. Вот мы вот это все рассчитали, и теперь мы с вами вычисляем расчетное значение критерия студента. Т расчетное у нас равняется среднее арифметическое контрольное минус среднее арифметическое экспериментальное, корень квадратный, ошибка среднего контрольной в квадрате плюс ошибка среднего экспериментальной в квадрате. И все это по модулю, потому что здесь у нас может быть среднее арифметическое больше, да? А может быть меньше. Если будет больше, тогда будет критерий студента с плюсом, а если будет меньше, то критерий студента будет с минусом. Но нам этот минус не нужен. Он просто говорит о том, что мы из меньшего вычли больше. Вот, поэтому по модулю. Итак, мы с вами рассчитали критерий студента. Что нам дальше с этим делать? Ну, давайте так. Предположим, мы рассчитали, у нас критерий студента получился, значит, при следующих условиях. У нас, допустим, объем выборки первой равен сколько? Ну, допустим, 31 человек, да? И объем выборки, это контрольный, да? И объем выборки, значит, второй экспериментальный, у нас тоже получился, допустим, 31 человек. Да? Вот у нас по 3 одному человеку. И мы, предположим, критерий студента получили 2,073. Хорошо это или плохо вообще? Что, как теперь к этому относиться? То есть, вот такой объем выборки. Вот оказывается, для того, чтобы дальше решать эту задачу, нам необходимо вычислить величину, которая называется степень свободы. Для данного случая степени свободы обозначаются буковкой DF, точнее значком вот DF, да, и они равняются объем выборки первой плюс объем выборки второй минус 2. Значит, у нас с вами сколько получится объем выборки? Степени свободы. Сколько? 31 плюс 31. Сколько? 62. Минус 2. 60. Ну, это специально написал по 31, чтобы здесь получилось красивое число. Дальше. Теперь мы с вами открываем вот эти вот таблички, которые, еще раз говорю, эти таблички должны быть в каждой книге по математической статистике. Мы ищем таблицу, которая называется «Критические значения Т». Я даже сейчас подойду вот на камеру, чтобы вот наведите на нее. Вот «Критические значения Т». Вот она таблица. В этой таблице мы смотрим уровни значимости. 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, 1 тысячная. Нам какая нужна для того, чтобы
удостовериться, что статически верно различается. Мы в самом начале делим. P 0,005. То есть второй столбец. Дальше. Степени свободы 60. Вот мы смотрим. 60. Для того, чтобы выполнилось наше условие, табличное значение критерия студента в данном случае ровно 2. То есть табличное значение, вот я его так напишу, 2,0,0,0. Вот это табличное значение. Мы получили вот такое значение. Когда мы получаем расчетное значение, равное или больше табличного, значит, статистически достоверно средние различаются. Как можно запомнить, скажем так, мы сейчас применим мнемотехнику для запоминания вот того, что различается, что не различается. Прыжки в высоту. Планку установили 2 метра. Ну вот как только спортсмен прыгнул выше, то есть он статистически достоверно перепрыгнул, различаются. Ясненько, да? Какие будут вопросы? Так, тогда у нас все, выключаем.